Около сотни участников приехали на чемпионат Московской области по настольному теннису, прошедший в Орехово-Зуево. Серпухов представляли 7 воспитанников спортивной школы «Звезда». Среди них Андрей Тарусов. Он уже стал чемпионом России среди любителей, а на этом старте сумел обыграть даже мастеров спорта и занял 4-е место в личном зачете. А в парном разряде выступил еще успешнее – бронзовая медаль областного первенства.